Всем привет, друзья! Сегодня хочу прогуляться по центру Москвы. Сегодня суббота и очень теплая погода. На улице прям как летом. Сейчас прогуляемся от метро Лубянки до Красной площади. Это очень классная погода, очень тепло. И прям у меня есть сообщество ВКонтакте, где я периодически вкладываю публикации, куда сходить в Москве. Ссылку оставлю под видео. Если кому интересно, то заходите, посмотрите. Вот, там много классных локаций. Вот, вижу ресторан «Вокруг света» тут. А, ресторан «Вокруг света». Фудкорт. Народу не так много на Никольской, так как сейчас еще рано, 10 утра. Пока не так много людей. Что это такое? А, русский сувенир. Так, что у нас тут? ГУМ. А вот и подходим уже к Красной площади. Она открыта сейчас. Дойдем. Блин, конечно, шикарно. Ага. Постоянно удивляюсь, как же меняется Москва, как здесь появляется много чего интересного. На Красной площади бываю, конечно, очень редко. Вот. Хочу вам показать, как сейчас она выглядит. Так, тут вовсю идет подготовка к 9 мая. Даже интересно. Я вообще никогда не была на 9 мая на Красной площади. Даже интересно вообще, как это все проходит. Как люди могут посмотреть, с каких ракурсов парад. Сейчас посмотрим, что тут делают. Оборудуют трибуны, делают. Я еще думаю, что тут застройка такая? А это, оказывается, подготовка просто к 9 мая. Ага. Мавзолей. Так. Маршируют солдаты. Капец, показываю не Красную площадь, а подготовку к параду. Сейчас остановимся, посмотрим. Так вот идет подготовка. Ребят, кто был когда-нибудь на 9 мая на Красной площади? Вот мне даже... Вот напишите в комментариях. Не обещаю, но постараюсь в этом году показать вообще примерно, приехать и посмотреть вообще, как проходит парад, хотя бы посмотреть вот эту технику военную, если я вообще ее смогу увидеть. Я так понимаю, никого не пускают на Красную площадь. Вот. Как вообще это реально, нереально посмотреть, увидеть что-то. Вот. Во всяком случае, надо попробовать. Никак... Вот обычно народ спит в это время и
готовится просто к шашлыкам. Все смотрят парад только по телевизору. Вот, в основном только так. Сейчас покажу вам Спасскую башню. Так, а это храм Василия Блаженного. Сейчас подойдем поближе, посмотрим. Сейчас поближе покажу. Так, если от храма Василия Блаженного перейти дорогу, то дальше уже будет парк Зарядье. Здесь мост через Москва-реку. А могу сейчас пройтись по нему, показать вам виды какие-нибудь, кому интересно. Давно здесь не была, самой даже любопытно. Сейчас пройду. Пройдусь, посмотрю. Так, тучки. Пошлите на мост. Ощущение, как будто сама первый раз в Москве. Вот, но на самом деле очень удобно, красиво. Вот такой вот красивый вид отсюда открывается. Так, надеюсь, телефон у меня туда не грохнулся. Вдали виднеется храм Христа Спасителя. Так, тут сам Кремль. Как смогу, сейчас приближу. Кстати, в Кремле я не была ни разу. Вот. И мавзолей тоже не была никогда. Сейчас перехожу мост, дойду до ближайшего метро. Вот. Вот такая вот прогулочка. 10 утра, в 11 уже кто-то бегает. Не знаю, что за здание, но выглядит классно. Вышли на улицу, большая Ордынка. Вот, просто показываю архитектуру примерно какая. В Москве. Ну, это только в центре такая архитектура. Иду до ближайшего метро. Кстати, даже не знаю, какое ближайшее метро. Самое интересное. А так, ребятушки, всем спасибо, что смотрите меня. Мне очень приятно, я читаю ваши комментарии. Вот. Всем пока. Стараюсь больше видео выкладывать на эту тему. Всем спасибо за просмотр. Я уже подошла к метро. Всем пока!